Степанович, Ингамы. Нет, скажите, вот ну, нафиг я туда полетел? Доброго времени суток, уважаемые геймеры и геймерки, это Степанович. И я продолжаю прохождение игры Breeze Age. Дедушку надо вспомнить, дедушка, это важно. Ну так вот, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мне нужно сегодня создать... и взять в руки какое-то дерьмо, навязанное разработчиками. Ну так, написано справа сверху. Так, что у меня тут по этому дерьму? Где оно делается-то вообще? Ага. Какая-то изолента, очищенный металл, проволока. Ну что, уважаемые геймеры и геймерки, будем искать. Не удалось определить координаты выжившей. Связь работает только на прием, что дает прекрасный повод не отвечать и не отвлекаться, несмотря на возражения гормональной системы. Нифига ж себе! Вот это да! Да у меня тут в космосе где-то какая-то деваха летает. Так, срочно искать. К черту эти ресурсы. Ну нет. Ресурсы я, пожалуй, не брошу. Так, вот железячка. Еще железячка. Сейчас потихонечку. Нам на этот очищенный металл нужно таких железяк понабирать-то, ух. Что это такое? Добывать? Нужна дрель? Степанович к этому не готов. А к этому... Да что? Лом. Так, ну что, у меня ни говна, ни ложки-то, а? Я в космос собрался или куда? Ну, по ходу дела, надо идти лом делать. Невыносимо. Так, подойдем к нашему столику, откроем. Ага, снаряжение, инструментики, ломчик. Ну, замечательно. Теперь, по крайней мере, буду шататься по космосу с ломом. И это не может не радовать. Ведь нам по-прежнему нужны ресурсы. А эта деваха, кстати, продолжает написывать. Вон она. Медленная музыка, релаксация и удары металла и металл в открытом космосе. Да, не кстати, жесточайшая физическая ошибка. В космосе нет звуков. Ну, разве что вот эта вот мелодия, возможно, есть. А звуков металла и металл точно нет. Так. Ну, приходится периодически, конечно, забегать в корабль. Выдохнуть немного кислородику. Ладно. Вот здесь где-то слева у нас должна быть резина. Фу, трубчик. Фу, еще один. Так, да. Вот тут у Степаныча летают замечательные контейнеры. И... оп, вот она. Ага, теперь нам доступен крафт утолщенной изоленты. Это не может не радовать. Но я чуть позже покажу еще один великолепный способ добычи резины. Так. Ну, у нас одна, а надо две. Вот такое вот бывает. Полетели. Так. Во время крушения челнок был заполнен краской. Вычистить ее изнутри не смогли бы даже в сервисном центре. Ремонт невозможен. Сама краска также не имеет ценности после замерзания. Блин, фига себе, а чё я улетел-то так далеко? Ёжики-корёжечки. Это... ой! Мама дорогая... Это ж Степаныч не успеет. Мы уже слушаем, как учащается сердцебиение. Играет определенно очень тревожная музыка. Это все неспроста. Даже у меня здесь в горле пересохло. Ну давай, давай, поднажми еще чуть-чуть, браток. Все будет. И кислород, и даже на плакат голой тетки посмотришь.
Да нечем тут лечиться. А я не могу. Ты снова лгать. Ты здесь, а значит, не мочь умереть. Рассказывать правду. Подтверждать, иначе насилие, я помню. Фу. Так, ладно. В общем, половину того, что я нашел, уже нет. Автосохранения делаются когда-то, но... Когда, в общем, скафандру захочется. Так, ладно, летим вниз. У нас тут, в общем, парень, которого прибило торшером, и там есть очень Судя важная штука. Судя по степени разложения, данный субъект погиб задолго до катастрофы. У нас здесь убийство, Шерлок, и мы просто обязаны его проигнорировать. Вот оно что. Я взял у него ножницы, и из них я сделаю секатор. И... молоток. А, да. Ну, в общем, это поможет мне обрезать резинки со всяких разных частей мусорного хлама, который здесь валяется вдоволь. Так, чего не хватает? Вот, секатор. Ну, как и обещал. Так, делаем секатор. И сейчас посмотрим, где там у меня резиночку подрезать можно. Так, вот тут вот наверху, по-моему, в ближайшее время. Время, сказал. Место, конечно. Ну вот. Прямо вот из таких панелек берем и аккуратненько вырезаем. Все, резинка есть. Ну что ж. По-моему, надо валить уже домой и делать то дерьмо, которое навязали нам разработчики. Плавно входим в шлюз. Вот так вот. Так, ладно. Музычка веселая играет. Так, делаем резиночку. Делаем. Так, чё? Да блин, я ж сдох, у меня проволоки нет. Так, проволока, выход слева. Да, на выходе слева есть проволока. Я её видел. Так. Ну что, уважаемые геймеры и геймерки, из этого можно сделать только один вывод. Сохраняйтесь чаще. Игра не может быть безопасной, но она может быть защищенной. Живите. О, господи, что за хрень я несу? В общем, ладно, валим назад в корабль. Корабль, делаем дерьмо, берем его в руки и смотрим, что будет. Фу. Так, где у нас тут? Ага. Ну. Так. Какаха сделана, осталось взять в руки. Ох, как много у меня батареек где-то. А, вот. Так. И... ну все, блин. Электростимуляция завершена. Проследив активность мозга во время вашей работы, была проведена его стимуляция небольшими разрядами с целью улучшения инженерных способностей. Судя по полученному результату, это ничего не дало и вызвало ряд галлюцинаций, но было занимательно. Преодолеть радиацию по-прежнему невозможно, но я помечу координаты спасателей для бесполезной мотивации. Вот же ж хрен. Теперь мне нужно добраться до точки эвакуации, я вообще не могу. Блин, походу делать нужно будет делать мощный скафандр или чего там еще. А вы пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, если что не так. Блин. Ну да как так-то? Пойду тогда попысаю, что ли. Степанович, Ингамы.